Коми оказалась одним из 6 регионов, где у жителей появится возможность получать онлайн-консультации терапевта, не выходя из дома. Услугу заявился реализовать через свои розничные точки продаж сотовый оператор МТС. Как пишет сегодняшний номер газеты «Коммерсант», продажи пакетов телемедицинского обслуживания «Врачи онлайн» начнутся с Санкт-Петербурга, а через несколько месяцев достигнут и нашего региона. Кроме помощи терапевта, обратить на себя внимание можно и узкоспециализированных специалистов, а в последующем их можно заменить и на очный прием. Важно сказать о стоимости услуги от 2000 рублей в месяц, но зато от 3 за целый год. И хотя сейчас компании рассчитывают на успех, скептики отмечают, что такой канал продаж далеко не новый. Более того, пока в регионах не очень рентабельный из-за недостаточного количества потребителей, а значит и спроса.